все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Зачем на выборах камеры? Я сегодня с папой вместе оказался в новом месте. Он хотел голосовать, кандидата выбирать. Мы зашли, я сразу замер. Пап, зачем здесь столько камер? Наблюдение за ходом честных выборов народом гарантирует закон. Наших прав на страже он. Если будет подозрение, что случилось нарушение, зафиксирует мгновение этот случай наблюдение. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно.